Здравствуйте, друзья! Продолжаем наши курсы выживания для самодеятельных ученых. Так, на чем мы остановились? У нас уже... О, у нас уже 13-й день, ничего себе! Так, давайте-ка немножко подрубим деревья, потому что у меня назрела острая необходимость в очередном сундуке. Мне нужны для этого бревнышки. Так, собирай бревна, шишки тоже. Из шишек сделаем небольшую посадку. Также будем собирать цветы, потому что цветами, как я узнал, можно кормить свиней. Свиньи будут производить нам удобрения, потому что я хочу заняться фермерством. Так, еще деревце. Давай, давай, вали. Так. Так, и вот это деревце мне нравится. Если повезет, у нас как раз топора хватит. Ах ты, черт, еще чуть-чуть топора осталось. Жаль, я думал, прямо четко получится. Ну вот, по идее, по доскам и по всему прочему, сейчас должно получиться довольно-таки четко все. Мне уже некуда складывать. Можно сюда что-нибудь проскладировать? Ничего нельзя проскладировать. Давайте, отопимся. Все, теперь... А, я мог просто морковку съесть. Тогда фейл. Так, ладно. Делаем доски. Вот, три доски достаточно для сундука. Построим еще один сундук. Так, 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 так. Вот оно, копье. Птичка, прости меня. Но это было необходимо для моего выживания. И снова выставляем клетку. Опа, нифига себе. Я даже прикормить не успел. Сюда. Птица. Мясцо, отлично. Так, здесь мы будем хранить всякую эту вот фигню. Что сюда еще поместить можно? А пчелки сюда поместятся, отличненько, я считаю. Так, 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 так. Это мы уже будем хранить вот здесь. Также мясо. Стейк один возьмем с собой, потому что мне бы сейчас найти какую-нибудь свинью. Было бы очень хорошо найти какую-нибудь свинью. Ну и подбежали, нет. Наверное, на разведку-то мне уже... Да, сделаем вот так вот. Мне нужно немножко угля. А, кустики-то зачем? Жаль, что кусты погорели. Вот это реально жаль. Что, для этого топор нужен? Уголь. А сколько мне нужно угля для крокпота? А, я сейчас даже не узнаю, сколько мне нужно угля для крокпота. Так, вот здесь нельзя поджигать, потому что я тут останусь тогда на бабах вообще без своих деревянных посадок. Сюда, 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 куда-нибудь, да. Отлично. Так, что у нас? А пеньки можно, интересно, жечь? Ладно, не будем проверять. Ну вот тут достаточно компактная такая посадка деревьев. Ею и займемся. Хворост соберем. Ух ты, гончая. Давайте-ка пронаблюдаем за ней. На всякий случай. Так вот. О, мяско осталось. Еще что-нибудь осталось? Семечки. Ну это вряд ли от нее. Это, наверное, просто совпадение. Так, а вот и наши деревья. Уголь. Надо посмотреть, вернуться в лагерь. Мясо. Что, какая-то птица погорела здесь? Наверное. Сюда. Вот. А, и, конечно, собираем траву. Трава мне сейчас очень необходима. Наверное, следующий день я, может быть, даже... потрачу на поиски травы, потому что я сейчас отапливаюсь веревками. Это оказалось достаточно эффективно. А потому мне нужно как можно больше травки. Так, темнеет. Монстрячий стейк. И 6 угля. Сейчас посмотрим. Надеюсь, что нужно как раз угля 6 или меньше. Это сюда. Из этого приготовим.
Что еще сюда можно сложить? Это приготовим, это посадим. Отлично. И давайте уже сверимся с... Мне нужна будет птичья клетка, но для начала, в принципе, не обязательно. Крокпот, 6, уголь. О, так а я могу уже. Нужно только сделать каменные блоки. Раз, два, три. Берем уголь. Убиваем паука. О, получаем паутину. Отлично. Паутина, это очень хорошо. И где крокпот? Крокпот. Котелочек. Куда-нибудь сюда. Оп, ой-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 ой, быстро-быстро-быстро-быстро, веревка. Нифига себе! Фу, вот это чуть фейл сейчас не случился-то, а? Open Crockpot. Ну ладно, мне, в общем, пока в нем готовить нечего, но он мне очень сильно пригодится. А сейчас мне потребуется... Фу, мне потребуется очень много очков изучения. Я, наверное, стейки монстрячие обработаю. Переработаю, точнее. Нужно будет что-нибудь еще съесть этой ночью. Так. Хорошо. И нужно будет активно начинать собирать цветы. Потому что будут всякие цветы, семечки и прочее такую подножную фигню переводить в удобрение с помощью свиней. Так, один стейк оставим. Пум-пум-пум-пум. Что бы еще такого переработать-то? Давайте каменные блоки попробуем переработать. Сколько они дают? Ого, каменные блоки дают очень неслабо. И я изучу... Я надеюсь сразу на турбо фарм плод, поэтому его и сделаем. Так, паутинку сюда. Фу, что у нас тут есть? 2% топор бесполезный. Веревки. Наделаем пару веревок. Все, и на разведку. На разведку на юга. Отличный шанс убить топор. Блин, даже топор не убился еще. Ладно, еще какую-нибудь сухую фигню найду и как раз добью топор. Пока возьму все-таки копьишко. Давайте-ка проверим, что у нас там внизу какое-то паучье гнездо. Осмотримся вокруг него. Так, семечки. Обязательно берем семечки. И все цветы, которые встретим, тоже, конечно, лучше брать. Они очень сильно пригодятся. Так, идем, идем, идем. Вот цветочки пошли. Еще семечки. Уходи, птичка, это мои семечки. Что здесь? О, я как раз рядом. О, паутинка. Свинья! Свинья! Монстр убил свинью. Свинья. Свинячья шкура. Блин. Так, тихо-тихо-тихо, уходим. Черт. А ведь эта свинья могла стать моим другом. Ладно, давайте пока тогда добудем камня. Давай, добывай камень. Интересно, зачем нужна свинячья шкура? А, потом разберемся. Не пропадет. Ну что ж, пойдем дальше на разведку в таком случае. Еще на юга. Ой, надо поесть. Че бы поесть-то? Давайте похлебки. Вот тут цветов. А, ну тут же, да, тут пчелиные поля. Так, соберем цветы на пчелиных полях. На пчел нападать не буду. Слишком уж это опасно. Они меня наваляют, возьмут числом. Так, и давайте немножко перекусим жареных семечек. У меня их в достатке, поэтому, о, можно нормально наесться. Ух ты, сколько камня-то, а? Так, ну ладно, не задерживаемся, я сейчас на разведке. О, можно добить топор. Оп, все, добили топор наконец-то.
чтобы место не занимал однопроцентный топорик. Так, пробежимся еще вниз, хочу увидеть, что там дальше. Вдруг там найдется какой-нибудь интересный биомчик, там, с бизонами, например, я бы с удовольствием... Ой-ой-ой-ой-ой... Опа, нифига себе! Ну, зато слитки. Вот слитки, это хорошо. Слитки я возьму. Слитки мне очень пригодятся. Ладно, что у нас там дальше-то? Блин, паучья королева, это нехорошо. О! Пороси! Параси, парась, ты со мной идешь. Все, уходим, парась. Свинтус, ты теперь мой друг. Кстати, Свинтус. Не, не хочешь? Ну, ладно, пойдем. О, семечки. Так, вот тут я лучше обойду, потому что я не хочу потерять Свинтуса. Хотя нет, знаете, я буду называть его Хрюн Моржов. Не хочу потерять Хрюна, поэтому я обойду, а то он ведь такой наивный, глупенький поросенок нападет на паучью королеву и отхватит от нее. А он мне еще нужен. Он мой производитель удобрений. Давай, 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 парень, беги, 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 хорошенько беги за мной. Давай, давай, во, все. Вот на таком расстоянии, хорошо. Возвращаемся в лагерь, потому что время уходит. Вот так вот, перебежками, перебежками. На пчел, надеюсь, он не нападет. Не, вроде... О, кстати, трава. Давайте еще травы насобираем немножко. Хрюн, не отставай. Травы, цветов. Кстати, про цветы. Парась. Кушай. Молодец. Удобрение. Морковочка. Морковочку некуда, да? Ну на, парась. Кушай, не хочешь? Свинячья кожа. Не, я лучше морковку выкину. Мне кажется, свинячья кожа, она пополезнее будет, чем морковка. Все, уходим. Парась. Ой, парась. Время-то наше на исходе. Нам пора с тобой уже бежать. Давай, давай. Да-да-да, я друг. Я друг, но, дружище, нам пора в лагерь. Ну, в принципе, по времени нормально еще. Хорошо, как раз дойдем. Блин, можно было просто аккуратнее сложить цветы. Странно, почему они не складываются по-нормальному? Складываются черти как. Так, о, все, мы в лагере. Сейчас будем... парась, ты куда пошел? Блин! Парась отбился от рук, похоже. Веревка. Парась! Ну, свин. Ну, черт побери. Надо было с собой еще стейк захватить, наверное. А мне стейков-то больше нет. Сейчас наделаем паучьих стейков. Ну, паутинка. Не стейк, но тоже хорошо. Так. Давай, вали, вали, вали. О, парась. Здорово, братюнь. Так. Это, конечно, большой риск. Ой-ой-ой. Так, все-все-все. Давай сюда, в лагерь. Свинтус. No like spider. О! Какой миленький свин. Прилег поспать. Смотрите, какой безмятежный. Так, ладно, мы тут пока займемся хозяйством. Ух ты, ничего себе, я уже паутинки поднабрал. Удобрение. Удобрение, это замечательно. Немножко пора перекусить. Свин, пока спишь, не будешь кушать? Не будешь кушать. Ну ладно. Посадим еще пару елочек. А, и слитки, в смысле, самородки. Надо тоже проскладировать. Можно ли что-нибудь еще убрать? Нет, судя по всему, нельзя. Почему удобрение опять в две кучи лежит? Никакого порядка.
Так, давайте посмотрим, а что мне нужно здесь? А, в принципе, только 4 куска удобрения. А, и травы. У меня травы не так много. Нужно будет сходить за травой по истечению ночи. А пока подкрепимся аккуратненько. Оп. И мясо. Интересно, подойдет ли ему кроличье? Потому что у меня там сверху были кроличьи силки. Мы, наверное, сейчас со свиньей в течение следующего дня совершим путешествие на север. Там подвалим нескольких кроликов из моих силков и накормим порося. Ну, или, по крайней мере, оставим мясо для того, чтобы в случае чего его прикормить. Потому что я уже боюсь его кормить монстрячими стейками. Как с плаката противоалкогольного такой. Отказывается от рюмки. Так, свин, мы с тобой идем на север. Вот. Немножко скорректируем курс. Будем собирать цветочки. Парась. Ну что отстал? Пойдем. Пошли. Ишь, свинтус. Давай, иди, не отставай. И, наверное, хворост тоже будем собирать. Траву. Надо... А, сейчас, в принципе, много будет травы дальше. Ее и насобираем. You friend. Конечно, я friend. Я тебя кормлю. На, еще. Захавай. Отлично. Красавчик вообще. Еще травки. Так. О, тут, кстати, много травы, это очень хорошо. You is good. На, свинтус. Me hungry. Вечно голодный парась. Так. Сюда. Еще травы. Трава пригодится. Во-первых, для фермы нужно аж целых 10 травы. А во-вторых, на веревке нужно достаточно много травы. Потому что я отапливаюсь веревками. Да бери ты свой цветочек. Ешь уже. Так, навозец. Соберем. Так, где я? Угу, вот как раз рядом со своим первым лагерем. Не, пока рановато, да? Хорошо, подождем. А вот и мои кроличьи ловушки. Кроличек. Отлично. И еще. А, причем это пустые, да, ловушки? Замечательно. Сколько времени я здесь не был и поймал одного кролика. Свинья у меня вегетарианец. Питается исключительно растительной пищей. Так, семечку. Траву соберем. Ягодки. Да не, ягодки не будем. То займут место, а вдруг что-нибудь найдем интересненькое. Так. Сюда. Еще травы. Еще. Так, свинтус, ты готов подкрепиться? Молодец. Пойдем дальше. Сейчас уже двигаемся постепенно вниз. Так, свинья. Спокойно там. Кролик. Опа, ах ты успел, а? Хитрец, однако ж. Оп, так, ну вот эти, я не знаю, тебе, наверное, на науку переведу. Ох ты, что ж ты такой юркий? Экий юркий кролик-то. Ну ладно. Ой, блин, вот этого был хороший шанс подвалить. Движемся постепенно вниз. Собираем траву. Фу, и, о, мы уже можем построить турбоферму. Так, свинья, мне кажется, ты готов подкрепиться. Хрюн готов подкрепиться. Еще травы. Ну, кстати, травы у меня уже такое приличное количество. Все, и я. И мы с Хрюном добрались до лагеря.
Ну, затопим, когда будет смеркаться. Переведем ловушки на науку. 30. Да, маловато. Ну ладно, что. Хотя бы столько. Потому что мне они, в принципе, сейчас все равно. Хрен. Угощайся. Так, когда будет светать, надо не забыть затопить костер. Сделать еще парочку веревок на будущее. Так. Ну, скажем, вот, чтобы 6 штук было. Все, отлично. И фермерством начинаем заниматься. Куба фармплот. Ну, когда-то сюда же можно, я видел, зелененькое было. Вот, вот, сейчас поймаем. Оп, все. Ай! Ай-яй-яй! Фу, я надеюсь, ресурсы не потерял. Не, не должен был. Ладно, все, ставим. Ставим. Да вон сюда, короче. Все, и семечку. Все, посадили семечку. Интересно, что вырастет. Хрюн! Мне кажется, голоден. Отлично. Ну, кстати, семечко. Так, 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 цветочки вот сюда. Все должно быть аккуратненько. Мясцо в сыром виде, в принципе, пока похороню. Посмотрим. Так, 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 семечки, семечки. Все, забрал. Хрен. Ладно. Хорошо. Спокойной ночи, хрен. Удобрение, удобрение. В принципе, я, по-моему, могу удобрить сейчас. Фертилайз, дроп. Давайте попробуем зафертилайзить. О, ускорили. Мы ускорили рост урожая. Но я не буду этим злоупотреблять, потому что мало ли что с хрюном случится, он у меня один. Мне нужно его оберегать. Что у меня тут по запасам? У меня есть запас камня, запас кремния, да? Ой-ой-ой, у меня уже тем временем мой персонажик-то тоже проголодался. Чего же я его-то не берегу? Тут, понимаешь, этого порося откармливаю. Аж о себе забываю. Бритва. Да мне кажется, пора бы сделать бритву, наверное. Да. Потому что наверняка скоро моя борода вырастет до максимальных своих размеров, и мне нужно будет ее уже подбрить. Ну, кстати, вот удобрение я сложу сюда. Оно мне постоянно не нужно будет. Капуста какая-то растет. В принципе, здесь все довольно-таки. А, во, надо нажарить. Надо нажарить семечек, точно. Скажем, до 30. Вот как раз сейчас до конца ночи нажарю семечек. Так. Хрюн у меня там сразу встанет, перекусит. Оставит мне еще кусочек удобрений. Так, ну, вот так хорошо. Все, молодец, хрюн. Какой у тебя хороший аппетит. И куда бы мне, наверное, дальше пойти-то? Слушайте, я даже, честно говоря, не знаю. Наверное, куда бы я ни двинулся, а это уже произойдет. Ой, ничего себе здесь. Там свинячий король. Это интересно. Наверное, мы с хрюном в следующей серии совершим вылазку к свинячьему королю. А нет, сначала за камнем. Надобываю камня, а там видно будет. Но это уже, друзья мои, будет в следующей серии. Спасибо вам за то, что... О, хрюн проголодался, бедняжка. Конечно, кушай. О, все? Да что ж такое? Давайте фертилизируем. Все, что-то выросло. Хрюн, кушай. Кушай, дорогой. Нет? Не хочешь? Так. Помгранейт? Это интересно. Еще засадим. Хрюн, что там? Хрюн!
Хрюн! Ты где? Не, ну нифига себе. Куда он смылся-то так резко? Только что был и уже нет. Пойду с горя пауков валить. Хрюн предатель. Ну что ж, друзья мои, в следующей серии мы узнаем, что же случилось с этим предателем и куда он потерялся. Спасибо за то, что смотрите мои видеоролики, и до свидания, друзья.